Вонечка, приятного аппетита. Кушаешь? А мы будем папе голубцы готовить, да? Будешь помогать маме голубцы готовить? Так, приготовили ингредиенты. И сейчас я буду варить листья капусточки. Боня, что это у тебя там такое? Ты капусточку будешь кушать? Да? Пока мама варит. Ребенок витаминизируется. Бонь, может тебе одной капустой кормить, а не мясом? А вы даете своим собакам капусту? Как говорится, каждый занят своим делом. Пока варится наша капуста, мы займемся тем, что будем чистить и тереть морковку и почистим и мелко порежем лучок. После этого обжарим на сковороде. Морковка очищена. Теперь я хочу отрезать кусочек и дать Боне. Боня, кстати, очень любит помидоры, но мы к ним еще вернемся в нашем рецепте. Я думаю, она будет очень рада. Боня, ты у нас что, вегетарианка? Капуста нравится ей больше, к морковке, может быть, она вернется позже. Возвращаемся к рецепту. Сейчас я буду тереть морковь на терку, на такой вот маленькой. Рецепту морковка натерта. Сейчас буду резать лук маленькими кубиками. И наша капуста уже сварилась. Сейчас мы будем обжаривать на сковороде наш лучок и морковочку. Для начала немного обжарим лук, потом добавим морковку, тоже обжарим. Что ты, наш дегустатор ингредиентов? Ваня, вкусняшку хочешь? Вкусняшку. По глазам вижу, что хочешь. Помидорчик тебе дать, да? Пока жарится лук и морковь, мы промоем рис несколько раз и проварим его 5 минут до полуготовности в кастрюльке. Так, рис в таких пакетиках, их в упаковке 4, нам будет достаточно 3. И вот я высыпаю в кастрюльку. Далее буду промывать. Боня, это что такое? Маленькая вредина? Так, возвращаемся к рецепту. Морковка, лук пожарены, рис варится. В рецепте есть чеснок, я буду использовать сухой. И сейчас мы будем
Мыть, чистить и тереть на терку помидорчики. Помидоры почищены, и мы их сейчас будем тереть на терку. Наша прекрасная девочка любит помидорчик. После того, как мы натрем, будем все смешивать. Фарш, наши обжаренные морковку и лук, рис до половины сваренный и уже остуженный, и добавим специи. Теперь соединяем ингредиенты, там уже рис и морковка с луком. Сюда же добавляем помидор натертый, фарш и специи, чесночок, перчик и зелень, ну и, конечно, соль. Ваня ждет голубцов. Ну что ж, сейчас будем формировать. Потом поджарим немного на сковороде. После этого переложим в кастрюльку. Сделаем соус. Я буду использовать вот такой вот. Цезарь перемешаю и томатную пасту. Протушим еще в кастрюле. И уже я вам покажу результат. Что? А вот и наш результат. Вкусные голубцы. Да, Бонечка? Подписывайтесь на канал, ставьте лайк.